Для жителей Металлурга важны и комфортные условия жизни. Вклад в их создание они вносят и сами своей активностью. Благодаря участию в проекте «Комфортная городская среда» дворовая территория 4 домов значительно преобразилась. Сейчас работы выполнены более чем на 90%. О том, что было и стало, наш материал. Яна Матвеева уже 5 лет занимается фигурным катанием. Теперь оттачивать мастерство может и на роликах. Раньше покататься во дворе без травм практически не получалось. Как говорят местные жители, был не асфальт, а одно название. Впрочем, о неблагоустроенной территории остались лишь воспоминания. Ну и пара фотографий. 3 богатыря у нас стояли, они все поломанные были из дерева. Качели оторванные были. Но везде не было никакой площадки, нигде не было гулять. Сейчас местные жители называют свой двор не иначе, как парк. Здесь несколько зон. Особой популярностью пользуется детская площадка. После того, как начались работы по благоустройству двора, ребятня до 10, до 11 просто не расходится. У меня у самой ребенок, ему 3 года. Мы его с такими слезами и боем забираем с песочницы. Это его настолько его просто полюбилось. Вытряхиваем, несем домой, он бьет этот момент маму и папу, кричит: «Нет, я останусь, я останусь». И это еще не все. Сейчас работа выполнена более чем на 90%. Скоро установят качели, сделают футбольное поле, посадят деревья, устроят газоны. Подрядчик обещает все успеть к 1 сентября. Старшее поколение, они просили лавочки. Где просили лавочки, и мы поставили. Преобразился хорошо двор. Просторно, вот. И просторно стало. И водители, у кого машина, недовольны стали, то, что парковаться где-то можно. Планировку жители продумали еще несколько лет назад для программы «Двор, в котором мы живем». Ее инициировал Дмитрий Азаров. Принять участие тогда не успели. Сейчас аналогичный проект работает уже на федеральном уровне. В рамках комфортной городской среды территория преобразилась. Главное условие – подрядчик выполняет беспрекословно. Мнение людей – определяющее. Без внимания не останутся и замечания главы региона. Привлекательности двору не придают многочисленные провода. Поторопиться надо и с ремонтом фасада. Очень важно же, когда двор благоустраивается, чтобы это проходило комплексно. Делаем и фасад, освещение, чтобы все приводить в порядок, да, чтобы другое качество было уже здесь проживать. Поэтому очень рассчитываю на вас, что вы проконтролируете ход работы и добьетесь нужного качества. В этом году в рамках проекта «Комфортная городская среда» запланировано благоустроить 398 дворовых территорий в 45 муниципальных образованиях. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов направлен 641 миллион рублей. По итогам рейтингового голосования обновят и 151 общественно значимую территорию. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии.